снова всем здравствуйте. Едем мы с Серегой за колбой. А у нас тут снег выпал. Вот такая вот у нас погода нынче. Будем колбу выкапывать из-под снега. Второй раз едем, и второй раз невезуха. Из дома-то выехали, нормально вроде было все, а тут снег лежит. Тоже Новокузнецк, ой, там Новокузнецк, а тут опять осинники. А там Новокузнецк, а тут осинники. Ой, закрываю все, пока. Кедр начался. Шишечки кедровые скоро будем рвать, может быть. В прошлом году не было шишки здесь. О, какой кедрач. Ребят, смотрите, красотень какая. Кондыки под снегом. Вон и сколько здесь. Да, давненько я такого не видел. Вот. Дорожка в лесочек идет. Я сюда пойду. Вот такое небо у нас сегодня. Вот такая дорога. Приехали оттуда. Дальше не поехали. Там, говорят, пост поставили, шлагбаум, что ли. Не пропускают больше машины. Решили здесь зайти. Фух. А что нам делать? Походим, поблукаем. Не понравится, развернемся и домой пойдем. Фух. Здесь тоже дорога. Но на них не попасть, они все перекопали.
Вот сколько кондыков. Серега у меня убежал, а я кино иду снимаю. Вот я за ним иду по следу, по его ному. О, а тут сколько его много. Ну, сантиметра 2-3 наваляло. Как вам такой лесочек? Елочки, сосеночки, березки. Соку можно надоить. Так. О, а здесь... Здесь такое ощущение, что тоже дорога была. Ну, давно. Вот такой лес у нас сегодня. Все, а тут тайга начинается. Хорошая прям. Как вам? Давайте постоим, посмотрим. Пойдем дальше. Вот тут тропинку даже видно. Сто пудов тропинка чья-то. О, молодняка сколько. Елок сколько много будет. Сергазы уже косят. А тут еще вот какие подснежники вылезли. И вот они. Не матерись. Вон какая колбишка пошла. Из-под снега вот так вот ее сергазы, раз ее. Вот она толстенькая, хорошенькая, вкусненькая. Хотел же хлебушка с солями взять. И потрескать здесь и забыл. Я тоже хотел. И тоже, блядь. Быстрее, быстрее. Вон. Не надо, там уже. Вон хорошие, смотри, толстенькие какие. Под корешок у меня режет колбу под корешок. Вкусно? Елки прям позеленели. Прям посвежели после такого снежка. Смотрите. О, какая рясная. А если по ней стукнуть, он даже не шевелится. Фух, все. Пойду косить колбишку. Вот такой сегодня лес. Спустились мы в ложбинку. Такое вот урочище здесь. И вот колба здесь большая уже. Вот ее сколько здесь много. Это все колба. Вот она. В перемешку с кондыками. Вон какой большой красивый кондычочек.
Ну что, мы уже нарезали мал-мал. Сейчас покажу. О, какой у меня пакет уже там на дне. Дно уже закрыл в пакете. А тут кондачки вот такие. Под елочкой сидят вот под этой вот. Отяня какая. Все, шапка упадет. Там сергозы у меня стоит. Буквой Гоша. Ну вот, спустились пониже. А тут мочежина начинается. Вон какая. Тут кружечка стоит. Пить хочешь, пожалуйста, пей. Тут под березкой костер жгли. Кто-то здесь уже побывали. И вот так здесь ручей побежал. Я в сапожках. В болотниках. Здесь как еще тут ходить? О, сосны или кедры. Но ближе подойду, видно будет. Вот такая здесь красотища. А если туда идти, там вообще караул. Тайга. Что скажешь? Вот она. Хорошенькая. Ну-ка попробую я ее вытянуть. Не отрывается. Надо подрезать. Вот так вот. Ну все, кино киной. Собирать надо. Да домой топать. Как же это здорово-то, ребята, демократы, что я увидел. Нет, вы только посмотрите. Идешь такой себе, шляешься здесь, а тут баски изба. Как вам такое? Пасека. Вон тачок. Вижу. Печка, что ли? Поправят, сделают. Обалденно. Замчище висит. Такая вот. Переночевать можно. Значит, печка есть. Сейчас посмотрим, оглядимся. А здесь порлась молодая. Вообще отлично. Как будто специально ее насадили здесь, чтобы избушку спрятать. Тут уже сломано, наверное, все. О, муравейник. Четко. Раритет. Салазки. О, какие елочки. Короба валяются от этих, от уликов. А улики стояли. Он на колеса их ставит, на шины. Да. Ништяк. Стекло не разбито. Нары, печка. Вижу. Четко было бы. Это будка для шарика. Гав-гав-гав-гав.
как ее еще не разбомбили. Ну, небольшая, маленькая. А зачем она большая? Зато тепло в ней. Вот такая здесь избушечка. Ну-ка. Мне показалось, что вода журчит. А это не вода журчит. Это капит. Капель. Снег на деревьях тает и бульк-бульк. Ну вот он, точечек. Здорово, да? Фото на память надо сделать этой будочке, избушечке. Вот такая избушка. Мне прям нравится. Просто обалденно она здесь стоит. Главное дело у места. И ручей есть. Вот он течет. Елочки есть. Красивые. Всякие разные. А сейчас здесь как начнет все цвести. А запашище будет. Ой, подниматься, как вспомню, так вздрогну. Ползти, ползти, ползти. Минут за 40 поди залезем. Мы еще до низу не скатились. Нам до низу еще пилить и пилить. О. А тут вообще вон сколько шишек валяется. Сосновых. А тут вообще отлично было все. Когда-то в другой жизни. Родник. Здесь было все ухожено. Вот труба металлическая торчит. С нее водичка бежит. Вообще отличное место. Умно выбрано. Избушка поставлена правильно. Фух. Ну еще вон туда дойду. Так, вон туда дойду. Посмотрю. Может быть, там лосяра какой-нибудь стоит. Или Мишаня питается. Только ну его нафиг с ним встречаться. Ну ладно. А что спускаться-то? Колбы я здесь не вижу. Надо, наверное, подниматься назад. Капает. Тает все на башку. Ой, все, угорел. Ну еще вон дойду вон до пня большого. Посмотрю, что там внизу. Что-то я нашел. Кастрюля или котелок. Че только не найдешь в тайге. Ну пусть лежит, он мне не нужен. Я его туда не вложил. Я его и забирать не буду. Котелок хороший. Китайский, наверное, с нержавейки раз. Фу. Вот куда я приполз. Красиво. Постоим, послушаем птичек.
Но тут без свиней никак. Хрю-хрю-хрю-хрю. Поют. Осинки расцвели, вон уже кисереги раскидали. Здоровенные. Так, ну что вам сказать еще? Показать здесь. Еще вот сюда спущусь. О, какая елка. Здоровая. Я ее не обхватил, короче. Не смог я ее обхватить. Толстая. О, какая. Здоровехонькая. Ой-ой-ой, туда. Ой, какая она. Калинка. Вот калинки я сейчас бахну. Вот калинки я сейчас бабахну. Вкусно. Все, я ниже не пойду пока. Нафиг нужно. Полезу я вверх. До низу еще далеко. Потом подниматься в два раза тяжелее будет. Все. Я уже и колбы не хочу, если честно. Я ее наелся. Вот она. Из-под снега торчит все. Вот они. Все, задыхать начинаю. И там не сколько надо перекуров делать, чтобы выбраться отсюда. Пойду вот так бокером. Вот такое красивое здесь место. Особенно изба. Это вообще отпад полный. Ну и закрывать ее тоже. Открывать и держать ее тоже как-то здесь. Не камильфо. Бомжей ходит много. Но они могли окошко выломать, залезть. Если столько лет стоит она и не покостят, зачем ее закрывать? Ну все. На этом пока все. Он сергозы сел и сидит там. Рвет и рвет и рвет без остановки. Но ему надо. Он любит колбу. Фух. Ну, пока я останавливаюсь. Ну, что не выключается-то он? Слышите? Дождик идет. А это не дождик. Это капает с березки. Все растаяло. Спускались было все в снегу. Ну не так, чтобы все, но... Сейчас уже все нету. Вот так вот. И на деревьях ничего нету. Все, мы ползем наверх. До дому. Фух.
Ну все, прощай, избушка. Без курьих ножков. Без курьих ножек. Фух. Вылезу на гору. Покажу, сколько нарвали. Колбы. Да я ее и не рвал, я так ходил, дурковал. Серега, он пластает ее по-черному. Ну вот, мы выбрались почти. И что я набрал сегодня? Вот, целый пакет. Почти пакет. Вот какой пакет еще у меня. Здесь пучков 50. Ну, 50 не 50, но 30 точно будет. Тысяч на полторы, если торговать. Все. У нас снова весна. С утра зима немножко была. Весна отменялась. Погода отменила весну. Сейчас солнышко вылезло. Все капает, тает. Прям четко так. Вот здесь сколько кондыков. Много. Ну все. Фух, осталось минут 15. Мы будем на дороге. Где сергозы-то у меня? Давайте еще птичек послушаем маленько. Ну вот такую мялку мы сегодня себе устроили. Хотели домой вернуться, но потом передумали. Ну все. Всем пока, всем здоровья. До новых встреч. До свидания. Вот такие елочки здесь. Все. Тайгуля, спасибо тебе за колбишку. Тайгуля, спасибо за колбишку. Я же говорю, здесь целая дорога. Вон какая тропинище. Куда-то же идет. А, тут проходной двор. Все растаяло. Все расцветает тайга наша. Вон уже машины слышно. Фух. Еле выползли. Надо на клещуков посмотреть. Самого себя. Все, а тут ветер дует. В следующий раз надо туда дальше сходить. Может, завтра. А здесь север. Ага. Ветреница выползает.
мышей немерено. Вот ветреница тоже. И кондычок рядышком. Фух. Выгулились. Хорошо прям. Но это мы не сильно долго еще и ходили-то. Вон уже люди еще приехали. Сейчас попрут. Тут обходить, если все, за всю свою сознательную жизнь не обойти. Тут тайга, тайга. И тайга. Все, всем пока теперь точно. Отключайся, аппарат. Не хочет.